основание с ножками. Примерно оно у нас станет. Сейчас не забыть установить вот такие элементы. Это воздуховод для дожика. Это своего рода получается приточка, такая подача воздуха. Из нижней камеры она попадает в верхнюю, дожигает не сгоревшие газы. Колосник. Бэм. Ну а дальше интересное. Дальше интересное. Прежде чем поставить верхнюю часть, по идее, нужно собрать вот эту дверь, разобрать вот эти доборные элементы все, также склеить, скрепить ее, и ее нужно установить. Потом сверху устанавливается верхняя часть каменки, верхняя часть печи получается, камеры сгорания, и она как в шип-паз захватывает и держит эту. Но вот эта в сборе дверь с удлинителями очень тяжелая. То есть одному кое-как приподнять можно, что-то потащить, но для монтажа она одному плохо. Тем более через, получается у нас через стену, через портал надо будет. Ее надо будет ставить, выровнять. А с этой стороны кому-то нужно будет защелкнуть вот эту часть. То есть одному проблематично. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Я съездил, купил герметик, еще сразу второй тюбик. Много, потому что людей пишут, что одного мало. Сюда укладывается вот этот элемент. Я так понял, не самый легкий. Оп. 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 Я сначала тряпкой. На тряпку просто герметик весь собирается. Сейчас я уже приноровился пальцем. Пальцем просто герметик излишне собирается. Его можно перенести, по крайней мере, в другое место куда-то. В принципе, все везде подвыдавилось. Сейчас. А тряпкой не пальцем. Нет, тряпкой плохо получается. Пальцем как бы зашпаклевывается, затирается. Угу. А тряпка, она вырывается, на тряпке остается. Круто, круто. Я вообще думала, все.
На сварку делается, сваркой все сваривается. Ну это чугун, он сваркой плохо варится. И там тоже потом все на такую же штуку? Там тоже все на такую штуку я собирал, начал. Начал уже. Не то, что надо. Половину собрал. Ну и вот так. Друзья, у нас, смотрите, какое было ЧП, а я что-то даже и не заснял. Бегом что-то. Это счетчик воды у нас, там в доме старом был. И он, короче, что произошло, не знаю, то ли скачок, был давление, какой-то гидроудар. Подзатопил, там все у нас подвал. Вот эта часть валялась на полу, это какая-то железка откуда-то выпала. Он в таком виде был. И у него... Короче, где-то тут трещина. Прямо на корпусе с нее, короче, фигарила вода. Сейчас все поменял уже. Съездил, купил новый. Новый поставил. Все, надо сейчас звонить, чтобы ехали, опломбировали снова. Паспорт, все, фигня, короче. Этот оставлю тут старые показания, пускай пока валяются. Вот такая ерунда. Заснять забыл, я же такой блогер-то начинающий. Все, что самое интересное, этот, снимаю потом. Ставим. Не ставим. А ты там тут один поставишь? Нет, да. Ебать, рот. Вот. Вот туда засюда берись. Я за шпильку. А, вот мы их тоже ищу, где, блядь, взять. А сколько шпильки? Нам сейчас надо это. Подожди, вот так вот. Подожди. Все. Сейчас тут стой. Рука. Ну, сейчас я вытеру. Я пошел там репетировать. Она пришла как бы. Офигевает, это что бы такое? Я говорю, печка. И на этом что ли? Ну. Я думал, сваливаться будет. Да нет. Что за фигня, что за печка, говорит? На каком-то герметике, говорит. Можно? Давай, нажимай на меня теперь. Вверх поднимай. Ага. Все. Встала, нет она. Все. Сейчас в эти углы вот надо. Держишь? Эти углы. Еще. Так. Так. Что, ты урезал? Пошатай, может. Пошатай маленько, не знаю, что встало чуть-чуть. Ага. Ну, все вроде. Так. Не промохать. Каменку вот так вот, значит. Сейчас она еще клею. На каменку. Почему-то. И это уже без герметика. Камень.
Все, вот так вот собрали. Саша приехал, закинул. Вдвоем-то, конечно, да, одному цельную дверь точно не поставить. Она тяжелая очень. И надо там зацеплять, а сверху накидывать здесь вот. Короче. Все, сейчас осталось нам трубу поставить. Вот это место единственное сейчас еще мажется. Вот эта верхняя каменка уже без герметика ставится. Потому что тут камни накладываются, тут ничего этого. Еще камни, наверное, 300 кг. Ну, дофига будет. Ну, судя по камню, там, блядь, это шалабуга-то вокруг обложить ее. Да. Как бы нехило надо. Все, в принципе, вот так вот монтаж и произошел. Вот такой шаверный узел. Чугунный от Технолита тоже. С полметровиком. Мы уже сверху еще установим. Можно переходить уже там на трубу, на нержавейку. Также здесь дополнительные всякие сетки ставятся. То есть тюнинг обширный там на любителей. Как говорится, на вкус и цвет можно подобрать любую комплектацию. Чуть не забыл про сетку-то. Думаю, надо сейчас сделать разметку дальнейшей дымоходов. И если бы забыл про сетку, собрал бы дымоход. Потом бы, наверное, приятно удивлялся. Собственно, шаберный узел тоже нужно, как вам удобно, повернуть. Я что-то сначала сделал сюда прямо. Сюда прикручиваться. Вот такая ручка по длине, нужно обрезать как надо. Прикрутиться. И она бы стояла вот так вот у нас. Неудобно подходить к ней, она бы мешалась, плюс дверцу открывать. Поэтому я ее отвернул в сторону. Будет ручка где-то вот так вот у нас в стороне. Мешать не будет, работать будет как-то. Не пропускайте, обязательно подписывайтесь, лайки ставьте, подписывайтесь, задавайте вопросы. И буду в процессе видосов стараться что-то отвечать на вопросы. Пробойный ключик. Сегодня у нас выходной, но так как погода позволяет, мы на работу с Саной погнали. Заехали водички набрать на ключик. Так вот, все тут облагородили. Раньше просто яма была. Все, она отсюда у нас бежит, ручей, и в пруд впадает. Вон там пруд у нас виднеется. Как на пруд глянешь, так на рыбалку охота становится. Короче, сейчас едем, нам нужно вазочку поставить, поедем. Скоро родительский день, нам нужна вазочка. На могилку брату Алены. Вазочки уже ставили разные, всякие там мраморные штуки, наверное, 3 штуки. Даже, наверное, уж не 3, больше. Ставим их, у них проблема, они в мороз лопаются. Получается, вода попадает туда, замерзает, их разрывает. И пакетами всяко закрывали, пробовали, один фиг, что-то где-то рвется. И губку накладывали, нам советовали губку, наложим полную, чтобы она якобы губка там, когда стоит, в вазочке ее не разрывает. Один фиг, короче, то расколют, то сломается. Вот сейчас купили пластиковую дешевую, но проблема в том, что ее как-то там закрепить надо. У нее, видите, основание-то какое? Буртики, все, вот как вот ее закрепить. Я взял жидкие гвозди, попробуем подклеиться. Фигня, Алена говорит, пеной сюда запенить, говорит, все вот это место срезать. А что пеной засрежем, а пена-то не приклеится, ничего. Короче, да.
Все, короче, приклеили мы. Туда камешки прижали, пока, пускай временно с камешками. Должно все приклеиться. О, Сана пришел, помаши ручкой. Встретились. Видите, где с братом встречаемся? За пистолетом пришел. За пистолетом. Пойду сейчас памятник ремонтирую. Я все смотрел, машины стоят тоже на кладбище, но я думал, рыбаки. Что-то смотрел, никого не видно. Кто-то же экономит. Вон церковь на самом верху у нас. От церкви тогда мы снимали как-то ролик. Вообще весь город видно у нас. Весь, полностью, абсолютно. Чертеж весь расчертил. Что нам нужно по дымоходам? Короче. Ну все, загрузились. Получилась почти полная машина, можно так назвать. Коробки, фирму сами видите. Настоящие дымоходы. Хорошие, нехорошие, я не знаю. Просто вариантов было несколько. И все были вот этой фирмы. Приехали мы. Склад. Это склад-гараж у меня. Света нет. Тут в каком-то году заворовались так со светом. Дельцы-то. Тут же половина этих... вон, видите? Мастерские. Машины все ремонтируют. Там ремонтируют, чинят кого-то. Тут ремонтируют, чинят. Тут живут, короче, в гаражах-то. Все специалисты в гаражах живут. Дошло до того, что тут потом нисхождение со светом было. И, короче, весь ряд всех отключили. Искали виновников. Так и не нашли. Все нахрен отключили, у всех свет. Сейчас вот начали там все, каждый к своему гаражу отдельно свет тянет. Вот такая фигня. Вот приходит, так вот у нас председатель придет, ну я его понимаю, он ввел все учет. У нас председатель, вот у нас недостача столько-то, столько-то. Я говорю, ты видишь, что я тут раз в месяц приезжаю, вот картошки достать. И что, я даже свет не включаю, кстати. Никогда, зачем мне? Мы спускались с фонариком. Ну, у меня сын тебя спускается туда. И этот, за картошечкой-то. Я говорю, тут не бываю, не включаю. А там такие счета были. Понятное дело, все поотрубали к фигам с этим. И все ходят такие, удивляются. А кто это у нас? Кто это? Ну вот кто у нас тут. Живут, которые в гаражах тут сутками. Дельцы-то. И электричество, и все. У нас, смотрите, сколько у меня резины тут. От старой машины осталось. От новой машины. У сына от машины. От рабочей машины, блин. Это что за резина? Я хрен его знаю. У нас резины, блин, как... А, сыну с машинами резину отдали еще. Она лежит, ее надо продать. Как вы, ты, блин, в сервисе. Вон. Вот ямка такая, кирпичная. Антон, там они подписаны, мама говорит, должны быть с какими-то бумажками. Да я смотрю, тут еще зеленые. В смысле зеленые? Они прозрачные. Не сетчатые. А, нет, они должны, наверное, сетчатые быть. Алена, сетчатые должны быть? Нет. Короче, вот, на рассаду с бумажками, на еду без бумажки. Не перепутать, самое главное. Сейчас нам картошку нужно в тепло вот эту зафигачить. Тут уже ростки пошли, ну с рассада-то его всю, у нас уже картошку садить можно. Куда пошел? Ты зачем туда ходишь? А? Иди сюда. Ну. Кот вышел, первую траву жует, довольнющий. Два друга, блин. Вот котяра. Первую траву почувствует и жрет. Но он жрет какую-то надо, какую надо ему. Он всю подряд. Спал, блин, смотри, весь помятый. Весь помятый. Коту у нас получается... Коту получается у нас... 16 лет, что ли? По-моему, 16 лет. Сейчас у Алены спрошу. Котяра... 17-й, по-моему, даже идет. Видите, какой помятый. Но он себя в порядок приведет, когда умоется, такой красивый становится. А сейчас сюда весь помятый. Пушина! Пушина! Пошел, там больше травы увидел. Там травы больше, скажешь, что я тут круто. Деликатесы, что ли? На траву напали. Вы, две коровы. Вечером доить буду молоко. Сколько лет-то коту? Я сейчас говорю, лет 16 ему сейчас вспоминал. Антохе 7 лет было, сейчас он начал. В 2007 году вы брали? 16-17 лет, наверное. А мы уже с вами в Екатеринбурге. Пристегните ремень безопасности. Да, конечно, отстегнуть надо уже, пристегните. Приехали в Екатеринбург, даже дорогу не показал. Приехали на базу, база такая большая, серая. Я не пошел, потому что я там всех стесняюсь, и я всех боюсь. База по...
Поехали, короче, по Алёниным заказам. Кто знает, тот знает. Алёна у меня швея, шьет на дому по заказам. Кстати, кому нужны какие-то костюмы, футболки, жилетки, много чего, короче, одежду детскую, взрослую по заказу шьет. Кому надо, пишите, пишите ВКонтакте мне там где-нибудь, ссылочки на нее оставляю. По всей России заказы отправляют, короче, шьет там и отправляют там. Поехали, в общем, ткани покупать сюда, еще две фирмы. Заявки сделали, и я повез ее. А куда деваться-то? Вот сейчас здесь она набирает, я с ней никогда не хожу, потому что у меня начинает голова кружиться от этого там изобилия. Все это в тюках, в рулонах, это мне неинтересно, это разноцветное все, и просто ходить там, короче, можно с ума сойти. Поэтому я всегда в машине жду, она делает там отборку, что там заказы, потом мне звонит, все, типа, собрала, я иду, ну, короче, забираю. По тоскухой работаю, короче. Колюшку съесть, не знаю, кто пробовал, не пробовал, какие-то орехи там. Семечки с орехами совсем. И в какой-то сладкой этой нутелла или что это сделано. В принципе, прикольно. И вот в этой штучке 540 килокалорий. Это офигеть. Это представляете, если взрослому мужику примерно 2000 килокалорий на день надо. 2000. Тут 540 вот в этой. То есть, по сути, 4 шоколадки на день. Все. Это не шоколадка, это что-то. Ну, приколюшка. Вот такие 4 взял в карман, все, целый день свободен. Да, я диетолог, короче, диетолог. И самое главное, я волшебник. Короче, волшебник, экстрасенс. Теперь сели вот перед экраном, замерли и смотрим на мои волшебные руки. Час 10 секунд буду воздействовать, и у вас у всех голова пройдет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, теперь голова пройдет у вас, и будете счастливы, и все. Обращайтесь. Могу также еще и желудок лечить там, и еще ряд там этих. Вот. Пишите в комментариях, кому помогло. В Оренбурге, видите, тоже частный сектор есть, тоже всякие дома и старенькие есть. И большие всякие. Такие же дома, как у нас вот. Старых построек, деревянненькие. Сколько вот им лет? У нас эта улица проезжая, это уже на выезде. Заезд запрещен, частная территория. Да ну. Я тут думал, здесь пляж. Кафе Шартаж. Ни разу не был там. Не знаю, чем там. Кормят, наверное, чем-то. Что это у нас? Шавуха. У нас тут поселок Лосиный такой. И тут раньше самая лучшая шавуха вообще во всей Свердловской области была. Давно не брали, сейчас едем в обратном пути. Заехали, купили. Не знаю, пока два раза укусил, не пойму. Лучше не стало точно, но хуже или нет, не знаю, пока сказать не могу. Вроде ничего хрустящее. Мясо пока не нашел, если честно. Если честно, вообще люблю шаурму. Я такой шаурмен, куда бы я ни ездил, вот так вот что-нибудь куда-нибудь, ну, по делам куда-то. У меня в приоритете заехать взять шаурму, чем, допустим, в столовую поесть. Люблю шаурму. Да. Но чтобы только была хорошая. Очень часто попадается такая сеть. Вот мы, короче, за двумя такими мешочками съездили. Ну, по деньгам столько же денег, сколько бы, если наполнить эти мешочки. Вот такая студия, кто не видел. Студия у Алены. Принимаем заявки. Тут готовые изделия висят какие-то. Кому-то там что-то нашило. Где-то с наклейками были. О, видите, с наклеечкой. Вот такие вот. На заказ сейчас такие вот шьет. Не знаю, называется кофта, свитшот ли, чё, фиг его знает. Вот так вот. Это столько выкроек. Короче, с ума сойти. Я к ней прихожу сюда, у меня голова кружится. Она мне тоже самое говорит, когда я к тебе прихожу, инструмент разложен весь, меня тоже, ну, раскидан, правильно сказать. Меня тоже голова кружится, ничего не понимаю, кто за что и куда и что отвечает. Совет. Вот так. О, сегодня одно из наших любимых блюд, деликатес, делаем.
это куриные сердечки, желудки и печень куриная, да? В куриный магазин заехали, купили. Прикольно. Вообще, во, во, вещь. Она вот разделкой занимается. Печенки. Это ж сколько ж куриц душу-то отдали, чтоб мы сегодня поели этот гуляш-то. Да? Да. Кстати, куриную колбасу какую-то купил. Ветчина ли какая-то, куриная или не куриная? Ну, в курином магазине покупал, может, и не куриная. Надо попробовать, еще не пробовал. А у нас пока есть вечер, мы пойдем что-нибудь в банях поковыряемся. Как говорится, даже гвоздь один приколотить, и то вперед. Чем нежели ничего не сделать.